Бессовестно давил на самое больное и обманом выуживал деньги. 36-летний рецидивист наживался на доверчивых пенсионерах. Легальному заработку он предпочел телефонное мошенничество, звонил пожилым людям и шокировал новостью о проблемах с родственниками. Предлагал помощь. Жертв просил тут же перевести деньги. Таким способом лишил не одну семью средств. Общая сумма ущерба – 400 тысяч рублей. Если вам позвонил незнакомый человек, не передавайте ему свои личные данные и не переводите средства. Созвонитесь с родственниками, а после обращайтесь в полицию. Звонил люди. Что говорил? Что попал в аварию. Кто попал? Сын. Из-за чего просил перевести денежные средства, да? Да. Сколько раз звонил? 7. По всем фактам возбуждены уголовные дела. По ходатайству следствия судом ему избрано мера пресечения в виде заключения под стражем.